1 сентября 2021 года жители микрорайона Снежный смогут отправить своих детей в новую школу. На данный момент строительство находится на завершающем этапе. Отделку фасада решили сделать яркими и разноцветными панелями, которые сразу поднимают настроение жителям и будущим ученикам. Кроме этого, внутри здания почти на 90% обработали стены штукатуркой и на 80% шпаклевкой. Основной корпус детского сада уже готов под покраску. Сейчас полным ходом идет благоустройство местности, где в скором времени будут находиться спортивная площадка, тротуары, бордюры и малые архитектурные сооружения, которые дополнят общую картинку школьного двора. Ведется строительство школы с детским садиком. Строительно-монтажные работы ведутся в соответствии с графиком производства работ. Подрядной организации наращиваются темпы строительства. Для сдачи объекта в срок 1 сентября дети должны пойти в школу. Ведутся отделочные работы внутри помещения. На улице сделаны инженерные сети. Ведется подготовка к благоустройству. Представитель подрядчика сообщил «Вечернему Магадану», что самое сложное было в начале, когда приходилось вносить изменения в проект из-за различных неточностей. Но все эти небольшие трудности решались быстро и оперативно, чтобы можно было вовремя сдать объект. На данный момент практически все материалы на месте. Строительство идет четко по графику, а все возникшие проблемы решают в рабочем порядке. Кроме технических вопросов, конечно, нельзя обойти стороной и возникновение идеи объединения школы и детского сада. Данный вид обучения однозначно поможет малышам прийти в первый класс подготовленными. Они будут проходить более тщательную подготовку к школе. Изучение различных тем однозначно поможет детям быстрее выучить необходимую программу для поступления в первый класс. Также одним из самых важных факторов является то, что у ребят не возникнет стресса из-за резкой смены обстановки, потому что они уже привыкнут ко всем кабинетам и людям, которых будут видеть каждый день. В мэрии Магадана прошел прием граждан по личным вопросам. Градоначальник провел встречу в режиме видеоконференц-связи. От магаданцев прозвучали обращения по выделению земли. Кроме того, жители улицы Попова попросили установить ограждение палисадника, в котором они выращивают цветы. Это вообще земля, принадлежащая жителям всего многоквартирного дома. И если быть уж в идеале, то люди должны проголосовать на собрании там подъезда хотя бы или дома, что мы согласны здесь поставить ограждение, значит, и это наше общее решение. На приеме у мэра Магадана жительница поселка Сокол рассказала, что зимой у них стоит проблема с освещением. Градоначальник отметил, что сначала необходимо отремонтировать наружное освещение. Нам нужно подготовиться к зиме, к нашим длинным ночам. Уже полярные ночи. За это время нужно поменять светильники, за это время нужно поменять проводку, щиты управления и так далее. Жители Магадана отметили необходимость ремонта лестницы в Марчиканском переулке. Обновление ступеней глава города поручил включить в муниципальное задание городским учреждениям. Также горожан интересовали вопросы благоустройства детских площадок, обновления межпанельных швов и качества горячей воды. Специалистам департамента ЖКХ и управляющей компании поручено обследовать дом, изучить состояние инженерных коммуникаций и принять меры для устранения проблем. Главный редактор медиахолдинга «Вечерний Магадан» Наталья Мифтахутдинова выиграла Всероссийскую премию в Союзе слова и добра. Этот конкурс проводили для печатных и электронных СМИ. Победила Наталья Альбертовна в номинации «Чужих пропаж не бывает». Дорогие друзья, хочу поделиться с вами нашей радостью. В очередной раз мы приняли участие в конкурсе. Это конкурс на Всероссийскую премию в Союзе слова и добра. Его проводит благотворительный фонд «Линия жизни» и фонд Академии российского телевидения. Цель конкурса – поощрение профессиональной деятельности СМИ и отдельных журналистов за освещение работы благотворительных организаций, меценатов, волонтерского и добровольческого движений в России. А наш директор, наша медиахолдинга ВМ Наталья Альбертовна Мифтахутдинова сейчас находится в Москве. Она стала победителем конкурса. Также ей вручили авторскую тарелку от художника-карикатуриста Андрея Бельжо. К тому же в номинации «Чужих пропаж не бывает» диплом достался нашему сетевому изданию «Вечерний Магадан». Коллектив «Вечернего Магадана» поздравляет нашего редактора Наталью Альбертовну с победой и желает ей дальнейших творческих успехов.
Мэр Магадана Юрий Гришан подписал постановление о продлении месячника чистоты до 15 сентября. Напомним, стартовала череда субботников 11 мая. Цель – очистка областного центра от скопившегося за зиму мусора. Принять участие в субботниках могут все желающие. Для этого нужно всего обратиться в мэрию, выбрать площадь и определиться с необходимым инвентарем. Телефоны 8-41-32-201-112 и 8-41-32-201-113. На Магаданской площади у торгового центра «Маримол» на прошедших выходных работал мобильный пункт вакцинации. Любой желающий мог сделать прививку от коронавируса с 10 до часу дня. Теперь для магаданцев, которые имеют хронические заболевания, есть специальная вакцина. Эксперты уверяют, поставить нужно две прививки, поскольку только так в организме сформируются антитела. Записаться на прививку можно любым удобным способом – по телефону 122, в порядке живой очереди или через портал госуслуг. Магаданцев приглашают принять участие в семейном флешмобе «Мой папа. Примеры опора», приуроченный ко Дню Отца. Организатор – фонд Андрея Первозванного при поддержке российской певицы Дианы Грудской и художника Федора Конюхова. Участникам нужно с 14 по 20 июня выложить на своей открытой странице в социальных сетях рисунок, фотографию, видео или текст, посвященный отцу, с хэштегами «День Отца 2021» и «Фонд Андрея Первозванного», а также отметить под постом двух друзей. Пяти победителям достанутся сертификат «Озон» и подарочный набор. Информацию об итогах розыгрыша разместят 23 июня на странице организатора. 12 июня 1996 года в Магадане на сопке Крутой скульптор Эрнст Неизвестный в сотрудничестве с архитектором Камилем Казаевым создали великий монумент, посвященный памяти жертв политических репрессий. В эту субботу исполнится ровно 25 лет со дня открытия «Маски скорби». Дальневосточное объединение организаций Союза архитекторов России не только поздравили калмычан с юбилеем открытия мемориала, но и поблагодарили мэра города за большой вклад в сохранение культурного наследия. Председатель Дальневосточного союза архитекторов России Галина Черных вручила градоначальнику поздравительный адрес. Также на сегодняшнем заседании Магаданской областной думы губернатор региона Сергей Носов сообщил, что уже выполнен один из самых важных проектов, который необходимо реализовать, а именно реставрация маски скорби. Над дизайном работали профессиональные реставраторы города Санкт-Петербурга. У них большой опыт работы с Эрмитажем и с различными объектами, включая деревянные зодчества. Пирожки, бутерброды, блинчики, каша. В Магадане в День России провели фестиваль «Территория дружбы». Свои национальные блюда представили различные диаспоры. Более десятка народностей угощали родной кухней магаданцев в сквере «70 лет Магадану». Проводят фестиваль уже не первый год. Это стало доброй традицией для столицы Колымы. Магадан, наверное, одна из самых многонациональных территорий. И у нас стала традиция проводить в этот день, в День России, наш городской праздник «Территория дружбы». Давайте сегодня будем дружить. В Магадане зарегистрировано 12 национально-культурных объединений. Они развивают свое историческое наследие и рассказывают о нем горожанам. В этот день украинцы, азербайджанцы, дагестанцы и другие народности угостили жителей областного центра своими национальными блюдами. Сегодня мы представляем блюда именно украинские, допустим, бутерброды с салом, украинская колбаска, кровяная колбаса, вареники с картофелем, пироги, вот перед вами видите, сколько большое количество пироги с сыром, то есть это традиционные украинские блюда. Угощение национальное армянское блюдо. Там сладости, голубцы есть. Вот сейчас привезут горячий хашлама. Это вчера купили барана, его специально варят. Там вкусно, в общем. Ну, мы любим эту пищу, хотим угостить и других. Я надеюсь, что им тоже в такой праздничный день такая пища понравится. И они будут рады общаться с людьми. Главное – общение. Нас представлено русские блюда, народная русская кухня, пирожки, блинчики, чай сладкий, вкусный. В течение всего праздника для гостей творческие коллективы города исполняли музыкальные номера. Кроме того, представители землячеств не только угостили магаданцев своей национальной кухней, но и рассказали о быте и истории своего народа.